потрясающий. Огромная емкость. Не ожидала, что у Омнистат такая техника. Значит, тот, кто с ним пришел, шпион Омнистат или вроде того? Конечно. Я видел, что он иностранный, но Омнистат? Видать, что-то важное, раз аж в город зеркал послали агентов. Возможно, поэтому Крюгерсек и повышали охрану. У них трафик в сети вырос в 10 раз. Да, вряд ли Габриэль Крюгер обрадовался, когда обнаружил агентов Омнистат прямо в центре своего королевства. Что значит королевство? Он же не король? Да нет, я... Неважно. Я нашла шлюз данных. Подключаюсь. Есть! Начинаем и... Черт! Что? Надо и приоритет переключить. Ближайший переключатель в нескольких этажах вниз. Фейт, диспетчеры Крюгерсек говорят о происшествии в здании Олком. Видимо, о тебе. Что значит «видимо»? Конечно, о ней! Я просто говорю, пусть не задерживается. С чего бы ей? Я ей говорю, чтобы торопилась, Пластик. Да она уже наверняка. Она же бегущая. Нашла переключатель. Вижу. Подключайся. Я вошла. О, тут нужно время. Фейт, надо оттуда уходить, Пластик.
Я знаю, но они закрыли комнату. Я над этим работаю. Вышла. Отлично. Узел недалеко от тебя. Сеть состоит из узлов. Все данные в каскаде проходят и фильтруются через них Холком. Я давно хотела подключиться к такому, но не знала, как это сделать, не заходя туда. Пара бегущих подключили свои пульсы к сети. Говорят, там много полезной информации. А ты так делал мной? Да, но они с тех пор много раз обновлялись, и я потерял связь. Стой, беги! Пора! Она! Центр, мы усмиряем бегущих! Отрезаю! Бросим! Говорит он. Начали вызов. Ведем бой.
Я там. Не забудь, ЦКУ. На вершине. Избегай датчиков. Если, конечно, не хочешь драться с Крюгерсек. Вдруг ты хочешь? Заткнись, Кума! Ной, а Айкар подключался к узлу? Насколько знаю, нет. Если доберешься, спросишь. Лучше доберись, а не то... А то что? Она далеко от тебя, вообще в другом здании. Пластик, я... Неважно. Береги себя, Фейт. Фейт, Крюгерсек реагирует на какую-то бучу у торгового центра «Игрушка». Вряд ли это ты, но будь готова ко всему. Похоже, ты задела луч. Я заглушила сигналку, но если это повторится много раз, то я уже помочь не смогу. Я на месте. Подключаюсь. Готово. И все? А ты чего ждала? Можешь уходить. Там рядом служебный лифт. Я в лифте. Спускаюсь вниз. Я горжусь тобой, Фейт. Ты молодец. А как же я? Это я все делала. Ты тоже пластик. Большой взрыв! Не против. Спасибо, пластик. Большое спасибо. Пока все не уляжется.
Я расшифровала. Ну и что там? Там вся схема отражения. Все! И оно слишком сложное, чтобы быть просто надстройкой к профилю. Ясно. Можешь Ноя вызвать? Могу. Пластик и Фейт. Рад вас видеть. Что у вас? Пластик расшифровала носитель. Там полный чертеж отражения. Вернись в логово, и мы решим, что делать дальше. Крюгерсек еще на взводе, так что постарайся вести себя тихо. Да, и спасибо, Пластик. Я диск оставлю. Хочу изучить чертеж. Оставь пока. До встречи, Фейт. Значительную роль в этом потрясении. Сейчас в сети полно слухов про взрыв. Кое-кто винит бегущих. Но зачем вам взрывать игрушку? Вот именно, Пластик. Ты понимаешь? Разумеется, понимаю. Из-за тебя. Это ты начала. А ты меньше о себе думай, Ной. Что ты такое вообще несешь? А про игрушку у меня просто слов нет. Наше дело правое, да? Психопатка ты, Ребекка, и всегда ею была. Я так скажу. Я бы тебя послушала, но если бы у тебя хоть иногда была своя позиция... Дай знать, когда одумаешься. Конечно, если успеешь раньше, чем тебя Крюгер найдет. Фейт, ты выросла. Только вышла из тюрьмы, а уже дело натворила. Родители погордились. Они говорили про Элизий, про то, что ты там украла. Кто это был? Ребекка Тейн. Главарь Черного Ноября? Она знала моих родителей. Да, мы все были заодно раньше. В общем, Ребекка, она всегда выделялась. Верит, что изменит мир, разбив его в дребезги. Фейт, ей нужен был носитель амнистат. С чертежом.
Так может отдать? Да, она, считай, так же опасна, как Габриэль Крюгер. Отражение — вещь посерьезнее, чем говорит конгломерат. И этой женщине его лучше не давать. А я хотела отдать его Догану. Хорошо, я тебя научил, да? Быть нейтральной. Я не нейтральна. Я за нас. Пока. Фейт. Что? Да ничего. Увидимся. Что мы построили? Если у вас есть какая-либо информация...